Это, наверное, друзья, один из самых важных моментов в жизни этого автомобиля, потому что здесь мы будем делать химчистку и полировку кузова. Но, в принципе, когда она помыта, в принципе, и так, я бы сказал, все выглядит неплохо. На самом деле и салон перетянули, не скажу, что даже перетянули, это неправильное слово, просто сделали, поменяли вот обшивку, поставили ту, которую мы купили. Ну и, собственно говоря, сиденье стало как новое. Перетянули только подлокотники. Но, тем не менее, салону требуется уже химчистка, чтобы он был прямо идеальный, хотя после пылесоса он тоже уже выглядит неплохо, и после мойки машина выглядит неплохо, но нам нужна полировка и нам нужна химчистка, а точнее детейлинг, именно детейлинг. Привет. Эта машина долгое время простояла в гараже и покрылась плесенью по коже. Ну что скажешь? Тут должна быть каждая щелочка. В этом должна быть прелесть. Пойдем покажу свою. Я сейчас расскажу такую программу мечты максимум, да, а ты уже скажешь, что из этого получится. Ну, во-первых, кузов, конечно. Она, в принципе, в заводской краске, но в нескольких местах ее красили, я не знаю, по-моему, испанцы. А может быть, и не испанцы. В цвет попали идеально, но делали перепыл. Вот прямо заводская шагрень идет. Вот эта арка, по-моему, вот она сейчас просто плохо помыта, тут прям пыль есть, вот она. Вот видно, что они здесь. Просто не заполировали. В принципе, и вообще всю надо нормально отполировать. Ну и, конечно, убрать вот это крыло, правое заднее, переднее левое, также перепылом покрашено. Вот здесь такое же место, видишь? Его так немножко сполировали, какую-то соплю они сняли, да, и на этом бросили. Вот тут, видимо, арочка была чуть-чуть повреждена. Одна из причин, почему мне эта машина понравилась, что большей частью она в заводской краске. Такое практически невозможно найти, они все уже уколхожены, уже все разбирались. Естественно, я буду менять все резинки вот эти вот под ручками, то есть их можно для полировки, не знаю, выковыривать, что угодно с ними делать. Новые уже идут, заказаны. Понял. Задние фонари тоже будут меняться, то есть можно с ними не заморачиваться. Вот, по крайней мере, эти центральные. Это, конечно, надо убрать. Там на камере видно, как вообще? Видно. Насколько риск жестко. Да, конечно. Здесь была менена вот эта обшивка, я говорил, да, ну, кресло, потому что она была драная. В принципе, салон не... Он грязный, но он не запущенный. Не ужасный, да. Вот, у него свежая крыша, тоже потолок. То есть обычно у них там все висит тряпками и грязное, здесь все. Точно будет что-то делаться с рулем, потому что руль я покрасил просто краской сам, потому что было неприятно его брать, он был слишком драный. Уже куплен другой, но он не подошел. Либо будем тот приколхоживать, который купили. Перешив нет? Да вот, я кажется, будет некрасиво, не заводской будет. Да. Коврики будут меняться, у него там есть, у него отслоилась нижняя часть. Этот вообще здесь не родной, черный, сзади только два нормальных коврика, но я все четыре хочу оригинальные заказать. Уже, считай, сняли. Да. Багажник. Значит, это у меня осталось запасное. Старое, я просто думал, мало ли какие-то куски ткани, поэтому я его не выбрасываю. Оставляю под этим обычный BMW-шный пол. Вот тут такие вещи тоже, конечно. Вот, дедушка потерялся, например, тот самый, взял, зафигачил прямо жестко саморез. А так все наклеечки остались. Вот это же все отмывается, очищается, да? Получается, у нас тут химчистка и полировка, да, в первом приближении? Химчистка, полировка, далее откроются вопросы какие-то там реставрации и так далее. Аналоговая. Привет. С Валерой вы знакомы? Это моя жена Ирина, которой не надо было показывать машину до того, как вы ее делали. Да? Ну, похожа она на Youngtimer. Ясно, что на ней не картошку возят. Гости руки сломался.
нет. Это первое? Да, я не стал показывать, потому что иногда не нужно показывать до. Первое впечатление, Ярослав, как? Во-первых, она, ну, там вы сделали много в мелочах, на самом деле это видно. Потому что многие люди относятся к таким мероприятиям, как типа я сам в гараже сделаю, за что нужно платить деньги, понимаешь? Кузов был пройден первым этапом, была пройдена шлифовка Trizac 3000 с водой. Мы пытались убрать все по максимуму шероховатости. Машины на самом деле провозились дня два, наверное, возились только по полировке по первому шагу, дабы убрать очень глубокие царапины, которые здесь за многолетние страдания машина вытерпела очень много, да. Ну, конечно, остались естественные дефекты, когда-то капот закрывали здесь естественной рукой. Вмятина. Но, да, это неизбежно. Здесь есть момент от птиц, помет, да, который разъел краску, лак. Вовремя не смыли помет. Да, да, да. К сожалению, это не убирается. На зеркалах есть вообще отсутствие лака, поэтому мы здесь не полировали, дабы не снять краску. Здесь просто уже отсутствие лака, и это не полируется, к сожалению. Вот, а вот были дефекты покраски, которые вы их убрали? Где были перепылы? Перепылы, да, конечно. Все это шкурилось и все это убралось. А эти залезли. Вы мне напоминаете семейную пару в городе Мюнхен в 92-м году, которые смотрят новинку немецкого автопрома. Я. Sehr gut. Zo'n auto is de 5-serie van BMW en die staat nu vanaf 59.950 gulden bij de BMW-dealer. Пластиковые элементы на кузове были обработаны специальными хорошими составами, и сейчас они приняли вид нормального, правильного пластика, правильного цвета. Первый момент – это был Trizac, трехтысячная шкурка, которая прошла по всему кузову, сделала машину матовой, убрала максимальное количество глубокой риски, которая была от эксплуатации. Было три шага – был Trizac, была полировка грубая, мелкая и финишная, то есть это было четыре прохода. Данная полировка стоит 280 евро полностью по этой машине. Естественно, будут люди, которые скажут, что, слушай, за эти деньги я 10 машин лично тряпкой куплю полироли лучшие в Карифуре. Да, конечно. Куплю круги, куплю машинку, еще останется. Конечно, человек может купить машинку за 80 евро на Алиэкспресс. На какой, у меня даже за 200 на каком-то евро есть сайт. Машинка, лучшие круги, лучшие тремовские полироли, все абсолютно компоненты. И я все равно не смог добиться такого результата. Мало того, что я несколько машин, ну, не скажу, что запорол, но накосячил. Где-то перегрел, где-то зашел на пластик, где-то задрал. То есть у меня все равно такого результата в итоге не было. Но здесь нужно учитывать то, что у нас многолетний опыт. У нас у каждого моего специалиста, кто здесь работает, опыт не менее 5 лет. На данной полировке использовалось 3 разные машинки с разным функционалом. Да? Mm-hmm. Это роторные машинки, это машинки эксцентриковые и так далее. Но об этом знают мастера. Я думаю, что простой обычный человек-обыватель, да, который взялся бы первый раз за это дело, дабы сэкономить, ну, с вероятностью 99% он бы накосячил. Потому как по-правильному мы клеили на ребра ленту, чтобы на ребрах не было максимального пережога, так сказать. Да? Вот, клеились ленты по бокам, заклеивались ленты по пластику, потому что любая машинка, попадающая на некрашенный пластик, автоматически его белит. Эта белизна, она не убирается, потому что, ну, это фактически повреждение, да? И очень много нюансов, о которых обычный человек не знает. Судя по первоначальному состоянию данного автомобиля, я сделал, точнее, вывод, что
что этот автомобиль никогда не мылся, потому что он был очень грязный. Но в нем не курили, что было приятно, и что, в принципе, его так конкретно не пачкали. То есть, наверное, ездила не свинья, но слишком много лет ездил человек. Да, дело в том, что пластики, которые на дверях, которые на консоли, в общем, такие вещи, которые человек трогает постоянно, да, они были очень сильно загрязнены, и они даже покрылись каким-то неким белым налетом. Да. Пришлось по 3-4 раза перемывать каждую дверь, каждый элемент, потому как с первого раза, как это делается обычно, с первого, со второго раза, не уходила эта грязь. Uh-huh. Поэтому здесь данная химчистка проходила практически в 2 дня. Первым делом демонтировались передние кресла, задний диван, отключался аккумулятор, снимались кресла. Первым этапом проходил пылесосом. После пылесоса я проходил торнадором. Торнадор – это очень удобная вещь. А что это такое торнадор вообще? Нет, как это назвать? Я же не могу сказать, что это штука такая. Он создает завихрение и выдувает мелкую пыль, на самом деле. Да, как это работает, я понимаю. Я просто не понимаю, как это обозвать правильно. Мы сняли кресло, прошлись пылесосом, далее пошел торнадор. Торнадор — это такая вещь, которая подключается к компрессору и под большим давлением выбивает, поднимает мелкую пыль, песок, который въелся в ткань и в ковровое покрытие. В общем, эта штука поднимает и освобождает пыль, которую после всего прочего нужно снова пройтись пылесосом, дабы собрать все, что вы выбили. Заливался весь ковролин химией, и дальше со специальной насадкой для шуруповерта вся машина была пройдена для того, чтобы сделать пенку и всякие загрязнения, пятна и так далее, чтобы они ушли. Я уверен, что химчистка – это дело рук реально профессионалов, потому как сделать ее дома качественно – 99% нереально. А самое главное, что можно еще испортить? Конечно, много случаев, когда неправильная химия использовалась, и просто пятна, которые люди пытались вывести, они их пережигали, и ковролин становился белым, потому что просто уходила краска с коврового покрытия. Безусловно. Так, багажник, да. Сюда я тоже купил новый амортизатор, который надо менять. В багажном отсеке тоже производилась глубокая химчистка. Да, он же был прям грязный. Он был очень грязный. Каждый элемент, каждый ворсовый элемент, он вообще стал другой. Конечно. Вот, то есть, и запах такого вот немецкого свежего ворса, как в старых машинах, в старых новых машинах был. Коврики. Угу. Как ты говорил, что ты их планировал заменить. Да, да. Но после химчистки они стали откровенно очень хорошем состоянии, поэтому я думаю, что ты перестанешь искать. Ты говоришь про какие-то пятна, я их, честно говоря, в таком масштабе, я понимаю, что они есть, они не особо заметны, это уже ты, потому что эту машину в деталях изучил. Ну, а у нас пришло время познакомить два автомобиля из разных эпох, и обе эпохи уже ушедшие. С такими машинами либо ухаживать, либо на помойку, одно из двух, по-другому они не выживут. Мы выбираем ухаживать. Ну вот, да, для этого мы здесь. Ну все, наверное, все. Вот сейчас, если только какой-то оптический обман, в принципе, машина на одном уровне. Сейчас даже кажется, что BMW стоит чуть-чуть вперед больше. Все познается в сравнении. И огромная старая пятерка 34-я. Да, длина багажника – это как раз разница.
теперь, да. Теперь спасибо тебе за эту, ну и, соответственно, приедем. Спасибо. Приедем за Кадиллаком, спасибо. Удачи. Всего хорошего. Ну а у нас сейчас задача добраться до фонарей, которые находятся в крышке багажника, который выглядит вот таким образом, потому что я получил, наконец, новые фонари, которые можно поставить вместо вот этих вот выцветших и растрескавшихся на солнце. Каждое вскрытие скрытых полостей на этом автомобиле и радует, и огорчает одновременно. Посмотрите, как там все чисто, какой там идеальный металл. Заводская краска, ни ржавчины, ничего. Но в то же время абсолютно все превратилось в труху. Весь поролон, все мягкие детали, все это отсюда надо выгребать, доставать, пылесосить. Ну и, разумеется, заполнять новыми какими-то наполнителями, новыми кусками. Поролона, пенопласта, ну, по-другому никак. Вот этот фонарь, кстати, немного получше, чем соседний. Но менять все равно надо было оба, потому что иначе будет некрасиво. Поэтому я нашел оба фонаря на местном Авито, называется он здесь Wallapop, Wallapop, как называют его испанцы, приложение, и там продавали полный комплект фонарей, 4 фонаря, и внутренние, и наружные, и стоили они 80 евро. Пытался договориться на 30 за внутренние, не удалось, за 40 человек мне их согласился продать, отправил, еще 3 евро была отправка, 43 евро обошлись мне 2 фонаря в идеальном состоянии, пришли они с севера, видно, что у них более яркая вот эта вот сеточка внутри красного цвета. Видимо, не были на солнце, не стояли. Ну и, конечно, пришлось их помыть, привести в порядок, промыть, вымыть из них каких-то жуков. Ну и, соответственно, сейчас будем комбинировать самые хорошие резинки, самые хорошие лампочки и собирать сзади нормальную красивую оптику. Самое прикольное, что сначала я нашел эти фонари в Москве на Авито. И человек уверял, что они на Туринг, на Универсал. Но они были на седан. Причем, когда я ему об этом сообщил, он почему-то не стал модифицировать свое объявление, так и продолжает их продавать как фонари на Туринг. И визуально они, конечно, похожи, но на деле другие. Так что не накалитесь, если кому-то вдруг будут нужны фонари на Туринг. Знайте, что на Авито продают фонари от седана, якобы от Туринга. Кстати, дороже, еще дороже, там, по-моему, по 2500 за фонарь. В общем, мои 43 евро за комплект вот этих фонарей я считаю очень выгодной сделкой. Еще одна затея – это заказать с AliExpress комплект для диагностики, достать старый ноутбук, установить на него необходимое программное обеспечение и попробовать подключить к автомобилю. На самом деле я думал, что я сниму какое-то очень полезное видео и покажу, как это делать другим пользователям, но у меня все увенчалось фиаско, машину ноутбук не увидел, поэтому пришлось заказывать
совершенно другой девайс в другом ценовом диапазоне, и вот он уже заработал, но это другая история. Дальше я поехал заправлять кондиционеры. Приятные моменты дующей прохлады из дефлекторов. Не было фреона, как ни странно, вакуумировали. Все нормально, давление держит, холодить начал. Поменяли фильтросушитель. Такая штука, которая обычно в российских условиях себя загнивает по швам и начинает травить воздух. А здесь он, на удивление, хороший. Даже жалко было оригинальный менять на неоригинальный. Да, 95-й год прямо. Еще одна удивительная деталь старых автомобилей, таких мастодонтов, то, что заправлять надо 1,5 килограмма сюда. А еще отдельная эпопея, во время которой меня здесь даже не было, ушел гулять, меняли салонный фильтр. Он у этой машины находится глубоко под торпедой, то есть там надо разбирать половину торпеды для того, чтобы его заменить. Не так, как в современных машинах, бардачок открыл и поставил. А сильно был забит салонный фильтр? 95-го года, надеюсь. Итальянский? Итальянский? Да, Мадо ин Италия. Печально. Ну да. На ручках написано, что пол 18 градусов она охлаждает. Вот она и держит так. И не важно, сколько ты ее согреваешь. Больше, меньше. Может, там подобие климата, которое все-таки держит 18? Ну, там, конечно, подобие нанотехнологии. Не, ну там даже раздельное вот это, типа климат. Мне кажется, что интеллектуального ничего нет. Если выкрутить его на синенькое, даже этот псевдоклимат, все равно должно быть холодным. Максимально холодным. Ну, хотя бы градусов 10 ты должен давать. Нет, манометр не вижу отсюда. Кило 300. То есть еще 200 грамм и все. Еще одно слабое место Е34, это вот эти вот клапаны, клапаны печки, так называемые, которые перекрывают, но в основном у людей зимой это проявляется, когда им зимой холодно. Но вот мне кажется, что может быть сейчас у нас не так холодно в салоне, потому что жар от печки продолжает циркулировать через контур. Может быть, они просто не закрывают. Может быть, их превентивно поменять? Вот и вам лучше, и мне. Ненавижу эти вещи, болтающиеся перед глазами. В общем, предварительная причина проблемы в том, что у нас нет на выходе положенных 6-7 градусов, в том, что... Ну, а я продолжал вещать информацию, которая к моменту монтажа этого видео оказалась уже абсолютно неактуальной. Все идет, все меняется и улетучивается, и фреон тоже. К данному моменту кондиционер снова пустой. За заправку кондиционера я отдал 150 евро. Ну, потому что 1,5 килограмма фреона. Ну, сами понимаете, недешево, на самом деле недешево. Вообще газ в системе кондиционирования старого автомобиля штука довольно эфемерная. И пока найдешь все даже маленькие течи, на самом деле придется инвестировать немалые суммы в постоянные дозаправки. Поэтому я принял решение, что надо купить свое оборудование и баллон с газом. Кстати, посоветуйте в комментариях, чего достаточно в случае для заправки вот таких стариканов, как у нас. Потому что, как вы понимаете, Кадиллаку тоже требуется заправка кондиционера, у которого заклинил компрессор в предыдущих сериях. И это будет у нас отдельно на канале. Так же, как и другая техническая информация, которая могла бы быть в этой серии, например, замена резиновых прокладок под дверными ручками и многое другое, даже не все из этого я снимал. Но так же, как и вам, мне бы хотелось побыстрее перейти к путешествиям. Техническая сторона, она неизбежна, она у нас появится еще и после путешествий, потому что путешествия дают большую нагрузку на автомобиль, который, собственно говоря, и приводится в такое состояние не для того, чтобы стоять в музее, а чтобы ездить и снимать для вас интересные серии. То есть я, честно говоря, просто планировал там проехать километров 500 на этой машине, посмотреть, как она аккуратненько по трассам там отполированная, ну, чтобы понять, можно ли ездить дальше. Ну, мы едем реально по лесам, по полям, по таким дорогам. Поэтому следующей серией про Е34 станет поездка на этой машине с людьми, многие из вас, которых хорошо знают, в те места, которые многие из вас никогда не видели, и я уверен, что это будет интересно. Но перед этим, внепланово, завтра выйдет еще одно видео на канале про автомобильное зарядное устройство. И если оно вам даже не интересно, просто найдите время перейти на него, чтобы ваш просмотр засчитался. Ну, так иногда надо. Спасибо вам за понимание, за то, что смотрите. И но пасаран. Всем добра.
Саш, зачем мы сюда поехали вообще? Нет другой дороги. Херня током бьется, прикинь.